Привет, народ! Меня зовут Максим, и у нас сегодня экстренный, вынужденный выпуск. Они считают, что я, как автор, был необъективен. Взял треки, которые люди выбрали на стриме, но я их взял типа неправильно. Для этого я решил сделать стрим, чтобы люди сказали свое мнение. И большинство сказали, чтобы я шел нахер. И все это дело переснимал. Буквально там день назад вышел Сорян Баттл 1/4 стадии, где треки Макса Коржа батлились с треками Басты. Какая-то дичь стопудово. О, классные у вас ногти. Вы меня перекрываете микрофоном. Не для моего возраста. Старпер. Ой. Душа гудует, наверное. Скажи, это из-за этого, да, у вас? Сейчас будет спойлер, но по факту все это видео спойлер. Баста выиграл. Баста выиграл с очень большим отрывом. В самом видео там только 2 очка отрыв, но по факту был также косяк во время съемок. Я там не нажал запись звука в один момент. И порядка... сейчас скажу точно. Порядка 10 человек звук не записался. Я бы их, вероятнее всего, вставил, но так как после батла я понял, что... после монтажа я понял, что Баста выиграл, и посмотрев этих 10 человек, там, или 9, там явный перевес, там только 2 балла было за Коржа. Все остальные отдали победу Басте. Но случилось следующее. В комментариях меня начали обвинять, что, йоу, чувак, как ты мог поставить трек «Мама» Басты против малолетки Коржа? В смысле? Это выбрали подписчики на батле. Я это не выбирал. И подписчики так решили. На что мне пишут? Ну, тебе нужно было что-то с этим сделать. Потому что, камон, нужно было поменять местами. И здесь я понял, что бы я ни написал, что бы я ни думал и как бы я ни считал, по факту получается, что вина моя. Я должен был подумать, взвесить, лучше подумать, возможно, и поставить, поменять треки местами. Здесь всю эту ситуацию могли решить, опять же, вы. Я провел стрим. В сумме этот стрим получился 2 часа он шел. Поэтому, естественно, смотреть вы его не будете полностью. И я сейчас вкратце расскажу, как мы решали. А главное, что мы решили. Будем ли мы переснимать Коржа с Бастой или нет. Что я сделал? Я прикрепил 2 доната и предложил участникам выбрать, будем мы батл переснимать или нет. И люди начали донатить. Сначала, собственно, было поровну. В комментариях также писали все и склонялись к тому, что нужно оставить батл как есть, потому что Баста выиграл и выиграл, все норм. Но потом ситуация изменилась, Корж стал лидировать. После чего ко мне зашел сын и говорит: пап, сделай мне бутерброд. И я ему говорю: слушай, раз уж ты зашел, давай ты послушаешь. И очень забавно получилось. Быстренько я тебя вкратце включу, давай. Я выбрал одну. Какую? Вот эту вот я тебе сейчас включу. Моя жизнь — это драма, моя душа. Вот эту? Сейчас. Да. Все, значит, у меня сын за Коржа. На этом забавные моменты не закончились. Потом меня попросили показать собаку в кадре. Моби, я не знал, что ты актер такой. Ты любишь, чтобы тебя снимали? Да? Проголосовали за реванш, чтобы все было максимально честно. В принципе, тут я с этим уже согласен полностью. Потому что по факту в первом батле чисто человеческий фактор. Мой человеческий фактор. Так как мы переснимаем батл из-за того, что я неправильно подобрал треки Коржа, треки Басты мы не трогали. То есть идея... То есть его треки, короче, остаются, как они и были. «Мама», «Моя игра» и «Урбан». И потом я предложил нашим подписчикам, чтобы они выбрали сами треки Коржа. Но повторяться нельзя. То есть треки, которые были в первой 1/8, во второй там 1/4,
Треки брать нельзя, чтобы не повторяться. Только новые. Выбирайте, какие хотите. И тоже люди и донатили, и в комментариях, в принципе, писали. Нужно взять два типа людей, горы по колено, и жить в кайф. Ну, во-первых, походу, чел шарит, потому что ни одного из этих треков не было. То есть мы его не использовали, эти треки не использовали в первом и, соответственно, во втором батле. Поэтому выбрали следующие треки. Получается следующее. Баста будет батлиться с треком «Мама» против трека «Коржа. Горы по колено». Это выбрали подписчики, не я. Следующий раз, когда батл выйдет и будут выбирать «Маму», все выбрали подписчики, даже мопс подтвердил. Так вот, дальше. «Моя игра» против «Два типа людей». «Урбан» против «Жить в кайф». Я буду включать их одинаковое количество раз. Ну, а концовку этого видоса я сказал, по-моему, неплохо на стриме, поэтому я вам ее и включаю. Вот, определились, батл снимаем на днях. Хочу вот пока снег лежит, чтобы красивая картинка была. Погуляем с этими треками. И уже это будет финальная такая красивая картиночка, где, опять же, подписчики, уважаемые подписчики, еще раз спасибо вам огромное, что вы сидите сейчас, смотрите стрим, делитесь своими деньгами, чтобы, еще раз, вы делаете возможным этот батл, потому что, ладно, я там пока с этих батлов не имею денег таких, чтобы что-то делать дальше, да, и как-то жить за них, но я теперь смогу заплатить оператору, и мы пойдем и снимем этот батл, переснимем, точнее, вот. И вы делаете этот батл возможным. Это чистая правда. Это было, есть и будет. И оно так и останется. И я буду спрашивать вашего мнения. И мы будем вместе с вами мутить. Так как вы подписались на меня в инсте, соответственно, там я тоже буду. Когда чуть побольше вас будет, чтобы мои старые подписчики, которые в инстаграме, я имею в виду, которые не понимают вообще про YouTube, я нигде это никак не анонсирую. Вот, когда вас станет больше, чем их, я буду в инсте максимально много контента про YouTube. Сейчас я только там публикую, например, видосы, как мы снимаем, что у нас там будет, какой нам сегодня пьяный бомж попался там и так далее. Кстати, а хотя нет, пока ничего не скажу. Так вот, и поэтому Инстаграм, еще раз, вот прямо над моей головой Инстаграмчик. Кто только подключился, подписывайтесь. Вот, поэтому батлу быть, вам быть, всех с наступающим, ближе к 30-му, я даже, может быть, это и будет 30-го, посмотрим. Я забацаю стрим, где мы будем играть в Сорян Батл онлайн. Я для вас подготовил уже там кое-что, и сейчас еще допишу, и мы с вами устроим просто шоу.